И вот закончился очередной день. Феноменальный финал. Чемпионата мира по водовидам спорта. Феноменальный был, потому что двух фаворитов не было. Ну, во-первых, потому что сегодня... Американских ковбоев. Началось плавание. Конечно, началось плавание, прежде и всего. И сегодня мы не попали на первый день, потому что два часа стояли в очереди за билетами. Совершенно но верно. Мы увидели эстафету. Эстафету, где мы, конечно, могли взять золото, но взяли... Только серебро. Как будет серебро по-французски? Seulement. Почти что лосось. Только пока. Seulement silver. Only silver. Но американцы все-таки не попали сегодня в финал. И более того, австралийские дельфины тоже не прошли. Мы были правы, говоря с тобой... Ты смотри в экран. Говоря с тобой об американцах, что это маленькое национальное горе. Национальное горе. Это горе для Раши. Ça c'est vraiment le malheur pour la France. Parce qu'on n'a pas конкуренции. Это праздник для всего мира, oui. Что первый oui. день состоялся, oui. и мы увидели эту эстафету. C'est vraiment. Этот потрясающий Vive la France. Vive la France. Vive la Russie. Бассейн в Казани. Très, très bien. Казань-арена. Дорогие друзья. До завтра. До завтра. Это будет что-то. Нечто. Merci.